В рамках городского смотра конкурса ГОИЧС 29 октября в детских садах 40 и 41 прошли открытые мероприятия по пожарной безопасности. Представители отделов образования и территориальной безопасности оценили оснащенность и наглядность тематических уголков в двух детских садах. Предварительно в садах прошел внутренний конкурс среди групп по оформлению уголков пожарной безопасности. В детском саду номер 40 «Ромашка» победителем конкурса стала старшая логопедическая группа. Воспитатель Светлана Шипачева провела открытый урок «Мы знаем правила пожарной безопасности», на котором присутствовали представители Комитета по образованию Татьяна Панкова и Светлана Трохина и отдела по территориальной безопасности Игорь Сечкин и Валерий Дмитриев. А между тем лисички взяли спички, к морю синему пошли, море синее зажгли. Научить лисичек уберечься от огня, закрепить знания по противопожарной безопасности, вспомнить вместе с воспитанниками, от чего может случиться пожар и как вести себя при его возникновении, такие задачи были поставлены на открытом уроке. И решены они были малышами на 100%. Открытое мероприятие «Викторина», представленное гостям в 41-м саду, проходило между двумя командами-победителями внутри садового конкурса на лучший уголок по пожарной безопасности, старшей и подготовительной группами. Разработали и провели викторину воспитатели Надежда Яценко и Людмила Алексеева. Девиз, название команды и конкурсы оценивала компетентное жюри. Председатель комитета по образованию Татьяна Панкова, начальник отдела обеспечения деятельности образовательных учреждений Светлана Трохина, заведующий детским садом «Гнездышко» Анна Куделя. Викторину «Знает каждый гражданин пожарный номер 01» посетила озорная огневушка-поскакушка. Ее-то и должны были убедить участники команд «Искорка» и «Огонек» в том, что они умеют правильно вести себя в случае пожара и знают, что делать, чтобы пожара не случилось. Когда команды прошли эстафету, станцевали с огневушкой танец, а зрители ответили на тематические вопросы, жюри озвучило результаты викторины. Мне очень приятно сегодня говорить о том, что в центре развития ребенка, в детском садике «Гнездышко», такие хорошие, умные ребятки, которые знают, как правильно нужно действовать во время пожара, и которые знают, что спички – это не игрушка. И с огнем надо быть очень-очень осторожными и аккуратными. И мне очень, ребята, приятно сегодня сказать о том, что вы большие молодцы. И сегодня в этом прекрасном учреждении, прекрасном здании, прекрасном зале, где мы сегодня с вами собрались, победила дружба. Вы молодцы. Две команды у нас сегодня победители. Итак, грамоты командам вручены, правила пожарной безопасности выучены, город может спать спокойно.